Только есть одно «но». Кто такое одно «но»? Где скрывается оно? Где живет единонохий? Нам узнать не суждено. Может, это однона? Однонохина жена? Или верная подруга? Ну а кто еще она? Вот бы эту однону с одноним послать в кино. Дальше строчку пропускаю, и, возможно, не одну. Пусть бы эти одноне прогулялись при луне, насмеялись, наобщались, так сказать, наедине. С этим гадом одноним я уже не сплю, не ем, без конца соображая, как он там и, главное, с кем. Про каких-то одноних сочиняю этот стих, ибо вся моя душища изболелась за них. Спасибо.